музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Feel. Россия, радиостанция Рекорд, меня зовут Диджей Фил. Ну что, здесь стартует радио-шоу «Трансмиссия». Добро пожаловать в мой мир. Сегодня 2 часа замечательной музыки, много свежих релизов, конечно же, гости Шапов и Тейра, участники фестиваля «Трансмиссия». Violence.
secret garden. Every single sunset's violent. Not alone in land that's empty. You're the sun that I need only. Every single sunset's violent. I love so silent.
Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил. Здесь сегодняшняя трансмиссия посвящена грядущему фестивалю, который состоится 6 и 7 октября в Санкт-Петербурге и в Москве. Фестиваль трансмиссии «Soundgarden». У нас будут в гостях Криш Вайзер, Шапов, Тейр, Володя Фонарев, Роман Местер, Александр Попов, Оксимайнс, Руслан Родригес, ваш покорный слуга Фил. Самое главное, мы ждем вас в гости на танцполе. Сегодня у нас будут как раз таки гостевые миксы от Шапова, а также мы пообщаемся с Тейрой здесь в прямом эфире Радио Рекорд, и от нее тоже послушаем микс. Все это будет в втором часе, а пока новая интересная музыка.
so easily. Fighters and lovers in your eyes, running around your head. There's a thousand enemies, but there's a fire lighting up the dark. We're gonna watch them fall. Cause if you need a little wild card, I'll be the one you call. Напишите, я почитаю ваше сообщение в эфире.
что, друзья, вам только дай волю, вы присылаете сообщения при помощи приложения «Радио Рекорд» по поводу фестиваля «Трансмиссия». Давайте отвечу на несколько вопросов. Фил, ждем очень трансмиссию, будем в Санкт-Петербурге, обязательно попытаемся сфотографироваться. Кстати, касательно фото и всего остального, а также чаепития, вот как раз и Андрей задает вопрос, чаепитие в Москве будет на трансмиссию или нет? Сейчас пока выясняется этот вопрос, Питер, Москва, пока не очень понятно, будет ли чаепитие. Если что, обязательно следите за соцсетями, мы вам обо всем сообщим. Фил, идем в Москве на трансмиссию. Володя написал. Володя, тебе большой привет.
was told that love's a drug. I just wanna know how it feels like. You could be the drug of my life, 'cause I find it so damn hard to leave you. Afraid to close my eyes, 'cause then I realize maybe you and I will make it out alive. Tell me, how can I pretend that I am fine? All I want is you. Afraid to close my eyes, 'cause then I realize maybe you and I will make it out alive. Tell me, how can I pretend that I am fine? All I want is you. Your love is a drug. Россия, радиостанция «Рекорд». Здесь продолжается радиошоу-трансмиссия. Только что звучала свежая работа от Армина Ван Бюрна под названием «Love is a Drug». Прямо сейчас композиция, которая была в оригинале выпущена вообще много раз, да? Но именно эта версия. Ее делал Дмитрий Алмазов, «Бобина». «Tell me why». Новый релиз от легендарного российского транс-музыканта. We'll be right back.
эфир радиостанции «Рекорд». Здесь заканчивается первый час радио-шоу «Трансмиссия». Огромное вам спасибо за то, что вы составляете мне компанию в столь позднее время. Приятно, что вы находитесь здесь, готовитесь к фестивалю «Трансмиссия». Прямо сейчас, кстати, свежий трек от Джузеппе Девиани и Алекса Соната. Трек, который вышел на лейбле «Anjuna Beats» с названием Tears of Kingdom. Кстати, что касается ваших сообщений, которые вы отправляете при помощи приложения Радио Рекорд. Фил, привет, от развития. Не смогу прийти на работе, загибаюсь. Серега написал. Сережа, ну, я надеюсь, что, может, не в этот раз, но в следующий раз обязательно встретимся на фестивале «Трансмиссия». Привет, Фил, как дела? Ты был у нас в том году на фестивале в Белгороде. Сашка написал. Сашка, тебе большое спасибо. Что касается этих ближайших выступлений, то помимо трансмиссии в Питере и в Москве, также будет трансмиссия в Екатеринбурге. И всем, кто находится недалеко от Екатеринбурга, всем городам, мы ждем вас в гости, друзья. 14 октября будет крутая трансмиссия. И, ну что, любая трансмиссия, конечно же, крутая. И все это благодаря, конечно же, тем людям, которые приходят на танцпол, и тем артистам, которые выступают. Так что, друзья, вам большое спасибо. Сейчас у нас будет второй час, и это будут гости, которые как раз-таки являются участниками фестиваля трансмиссия. Прямо сейчас Тейра и после нее Шапов. С Тейрой, кстати, у нас впереди интервью буквально через 5 минут здесь в эфире рекорда, так что не пропустите. Thank you.
друзья, еще раз всем большой привет. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Здесь стартовала второй час радио-шоу-трансмиссия. И сегодня, как я уже сказал, мы продолжаем вместе с вами готовиться к фестивалю и слушаем, конечно же, артистов, которые будут выступать на фестивале. У нас на прошлой неделе был Криш Швайзер. На этой неделе у нас есть Шапов. Он будет звучать через полчаса. Прямо сейчас начался микс от вокалистки, которая является вишенкой нашего музыкального торта. Я говорю, конечно же, про Тейру. Ее зовут в жизни Аня. И сейчас есть возможность с ней пообщаться, потому что мы звоним. Аня, привет тебе большой! Привет, Фил, привет! Привет всем слушателям Радио Рекорд. Привет, Анечка. Расскажи, пожалуйста, немножко о том, как у тебя настроение и как у тебя идет подготовка к фестивалю «Трансмиссия». Вот, подготовка у нас активно идет, настроение отлично, очень уже ждем. Скажи, пожалуйста, ты в первый раз будешь выступать на фестивале «Трансмиссия». Возможно, есть люди, которые ничего не знают о тебе, может быть, даже в первый раз слышат. Пару слов о том, как ты оказалась в музыке, какие у тебя планы, достижения. В общем, как ты здесь оказалась в трансмузыке за пультом? Потому что если открыть твои разрешенные и запрещенные соцсети, то можно увидеть, что ты еще и диджействуешь. В общем, расскажи немножко о себе. Ну, пою я на самом деле с детства, у меня родители поющие, училась в музыкальной школе, в художественно-театральной, выступала постоянно, в конкурсах участвовала. Потом на какое-то время я ушла из творческой сферы, у меня образование другое немножко, я по образованию пиарщик, переводчик, работала вот в этой сфере, а потом в 2017 году решила вот снова вернуться в музыку. Пела в кавер-группах, в ансамблях. И почувствовала, что мой голос наиболее органично звучит именно вот в электронной музыке. И так случайно получилось, что мы записали первый трек в стиле транс с австралийским продюсером Ахметом Атасевером. И вот он был выпущен в 2019 году. И с тех пор как-то меня стали приглашать писать музыку именно в стиле транс. А в диджейнке тоже попала случайно, и когда я писала в очередной раз трек на студии, мне мой звукач говорит, что-то ты, говорит, всю электронную музыку приносишь, не хочешь ли ты отучиться на диджея? И вот с тех пор я стала диджеем, это произошло 3 года назад, получается, в 2021 я отучилась, и вот сейчас у меня своя промо-команда, мы организуем вечеринки в клубах. Я являюсь резидентом сетей фитнес-клубов «Комета», «Спирит», где в качестве диджея выступаю. И пишу музыку теперь не только в стиле транс, но и в других стилях, так как открыла для себя другие еще стили. Расскажи, пожалуйста, немножко о том, какое видео ты могла бы сейчас посоветовать людям, которые откроют, например, ВКонтакте или YouTube, чтобы посмотреть тебя в работе, тебя в движении, что можно найти интересного? И чтобы это, ну, более-менее человек имел представление о том, что у тебя, что ты себя представляешь, как выступаешь, потому что можно, конечно же, еще расскажу, зайти там в разрешенные и запрещенные соцсети, там есть отрывочки, может быть, что-то есть побольше. Нет, пока побольше, наверное, нет, так как я все равно еще хожу в эту сферу. В основном такие, да, отрывочки. Как правило, я выступаю, вижу много камер перед собой, но видео потом собрать не могу никогда. Ну, с трансмиссией точно будет хорошее видео. Расскажи, кстати, что ты готовишь к выступлению на трансмиссии? Мы готовим новый трек. С Русланом Родригесом недавно записали. Он еще не вышел. Также будут новые ремиксы и очень известные треки. То есть будет интересная программа достаточно. Расскажи пару слов о своем треке с Русланом Родригесом. Я уже его слышал и могу сказать, что это очень прикольная работа. Просто, ну, мне прям очень понравилось. Немножко слов о том, чья была идея твоя, Руслана, как вы писали, заперлись в студии или дистанционно, потому что Руслан живет в Рязани, ты живешь в Москве. В общем, как? Руслан прислал мне трек, и он был такой атмосферный, техновый, немножко погружающий. То есть то, что я как раз люблю, он меня очень сильно срезонировал, и у меня моментально родился текст, вот какая-то идея такая глубокая, и, в общем, быстро мы его записали очень. Как тебе кажется, что вообще самое важное для вокалиста вот во время написания музыки? Представлять аудиторию, может быть, или наоборот, закрыть глаза и подумать о себе, рассказать людям о своих переживаниях. Что, как тебе кажется, самое важное для человека, который пишет музыку?
мне кажется, у каждого свое. У меня конкретно это что-то про глубину. Я про смыслы больше. Я в тексты закладываю разные свои периоды жизни. На самом деле, по моим текстам, песням можно прямо проследить какой-то рост, мои этапы. Я не скрываю это. И, ну, в общем, про глубину больше. То есть в одной песне ты пишешь, как все хорошо, я люблю тебя, в другой пишешь, как же жалко, что мы расстались. Третья песня, наконец-то я нашла тебя. Четвертая песня, ах, как жалко, что ты ушел. Но ничего, ничего. Нет сил, у меня про глубину, это не совсем про глубину. В любом случае. Про мои какие-то внутренние рост, переживания, еще что-то. Ну, конечно же, они всегда все равно связаны с нашей жизнью, с нашими переживаниями, с какими-то чувствами, которые у нас происходят по жизни. Скажи, песни на английском, на русском, может быть, как у тебя с языками? С английским понятно. В основном на английском, просто я еще переводчик по образованию, мне хотелось как-то его применить в жизни, поэтому пишу на английском. А на русском у меня одна единственная песня была, и пока не планирую, наверное. Расскажи, пожалуйста, раз Руслан Родригес взял такой классный и прислал тебе композицию, может быть, есть еще какие-то музыканты, которые сейчас слушают эфир «Радио Рекорд» и подумают, Тейра, мне вот нравится, как она поет, и у меня есть какие-то треки хорошие, а пришлю-ка я ей свои композиции. Скажи, возможно ли музыкантам с тобой посотрудничать, и как это сделать? Возможно, так как я являюсь представителем лейбла «Турок Рекординг» через Александра Турок все. В общем, нужно Саше Туроку писать, правильно я понимаю? Да. И, да. Он всех сориентирует. Можешь, да. Можешь какой-нибудь назвать имейл или там, ну, что-нибудь какое-то вот прямо вот конкретное? Или просто пишешь в Яндексе Турок, Александр, или да, и, ну, соответственно, попадаешь на лейбл, дальше обращаешься в контакты. Да, вот так будет проще, наверное, объяснить. Имейл я сейчас не вспомню. Хорошо. Анечка, я очень жду встречи с тобой в Санкт-Петербурге и в Москве. Я желаю тебе удачи. У тебя очень красивая музыка, и я рад, что ты в этом году будешь на фестивале «Трансмиссия». Если у тебя есть пару слов, которые ты хочешь сказать людям, которые придут на фестиваль, ты можешь это сделать прямо сейчас. Спасибо большое. Я приглашаю вас всех на «Трансмиссию». Одевайтесь легко, потому что будет очень жарко, будет интересно, насыщенно, ярко. И я сама очень жду этого мероприятия. Честно говоря, не была ни разу. И прям сама хочу попасть. Вот не была и сразу на сцену. Это очень круто. Ань, большое тебе спасибо за то, что ты в столь позднее время не спишь. Мы желаем тебе уже удачи и увидимся совсем скоро. Спасибо тебе. Спасибо большое. Рада была пообщаться с вами. Взаимно. Пока-пока. Пока. Итак, друзья, это была Тейра. Участница фестиваля «Трансмиссия». Прямо сейчас мы слушаем ее микс здесь в эфире «Радио Рекорд». Замечательная вокалистка. Поищите информацию о ней в соцсетях. Много всего интересного найдете. Тем более, что она не только хорошо поет, еще и классно выглядит. Поэтому с Аней мы увидимся на «Трансмиссии» в Санкт-Петербурге и в Москве 6 и 7 октября, куда вас и приглашаем. Подробности есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Прямо сейчас продолжается микс Тейры, и затем у нас через уже 18 минут начинается микс от другого участника фестиваля «Трансмиссия». Зовут его Шапов. You were like a dawn that didn't come.
as the dancers turn that day that passed away. This past for life, and what can be better than your jokes and hands?
Это первая танцевальная Россия радиостанция «Рекорд». Друзья, здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. Сегодня мы с вами слушаем артистов, которые будут выступать на фестивале «Трансмиссия» 6 и 7 октября. Прямо сейчас заканчивает звучать вокалистка Тейра. Напомню, что ее лайв-выступление будет как в Санкт-Петербурге, и в Москве. И это будет очень интересно, так что ни в коем случае не пропустите. Следующим у нас по очереди идет артист, с которым мы давно уже знакомы. Это очень талантливый российский музыкант. Он очень давно уже занимается танцевальной музыкой, и у него большое количество классных треков, в том числе, конечно же, и коллабы с самыми крутыми артистами, в том числе и Армином Ван Бюрном. Я, конечно же, говорю про Шапова. Он впервые будет выступать на фестивале «Трансмиссия», и его гостевой микс в эфире «Радио Рекорд» зазвучит уже через минуту. Так что не пропустите. Thank you.
танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. И прямо сейчас у нас звучит гостевой микс от артиста, который будет впервые выступать на фестивале «Трансмиссия». И мы очень ждем его появления, потому что это талантливейший музыкант, которого зовут Щапа. Напомню, что 6 и 7 октября мы с вами встречаемся на трансмиссии в Санкт-Петербурге и в Москве. Выступают Крис Швайзер, Шапов, Фонарев, Александр Попов, Роман Мессер, Эксимайнс, Руслан Родригес, вокалистка Тейра и ваш покорный слуга DJ Фил. Увидимся на танцполах 6 и 7 октября. Продолжаем слушать прямо сейчас микс от Шапова. Категория 18+.
up. Feel. Welcome to our psychedelic world. We'll be right back.
Россия, радиостанция «Рекорд», друзья. У нас плавненько заканчивается очередной выпуск радио-шоу «Трансмиссия». Прямо сейчас у нас финальный трек от Шапова. Артист, который будет впервые выступать на фестивале «Трансмиссия» в Питере и в Москве. Большое спасибо ему за этот очень классный сет. Я думаю, что вы его еще будете переслушивать, потому что можно будет его скачать с нашей группы ВКонтакте и, конечно же, с сайта «Радио Рекорд». Сейчас последний трек от меня. Рекорд, обращаем для вас композицию от Гаррета Эмери. Like a Prayer, так называется этот трек. Я напомню, что через несколько дней мы с вами встречаемся в Санкт-Петербурге и в Москве на фестивалях «Трансмиссия». Мы, конечно же, очень будем рады вас видеть на танцполах. Естественно, у нас будет также прямая трансляция. Я пока еще не знаю, это будет трансляция из Питера или из Москвы, но в любом случае мы вас будем рады. И если вы будете вместе с нами в рамках «Радио Рекорд». Большое спасибо всем за компанию. Через неделю встречаемся здесь
трансмиссия будет уже в виде радиошоу. Скачать запись можно с сайта radiorecord.ru. Большой архив ищите у меня djfield.net. Полная информация о фестивале есть на сайте radiorecord.ru. Ждем всех гостей, категория 18+. На этом все. С вами был Фил. Оставайтесь хорошими людьми. Пока!